Даша, я вызываю твоих родителей в школу! Да, конечно, учитель! Вот я привела папу! Здравствуйте, папа Даша! А вы знали, что ваша дочь заснула на моем уроке? Заснула на уроке? Даша, ты что, заснула на его уроке? Папа, но я... Кажется, я тоже хочу спать! Пожалуй, я тоже посплю! Что? Папа, как это может быть? Почему мой учитель спит? Просто посмотри на это! Вот получается учительский стол, и тут просто... Видишь, учитель разложил руки и вот так заснул. Что ты думаешь об этом? Ну, он просто любит поспать так же, как и ты. Ну да, я, конечно, очень люблю спать, но когда спит учитель, это же неприемлемо! Так, и что нужно делать? Я не знаю, а посмотри на доску! Тут написано «Сбеги, если осмелишься!» А как ты думаешь, кто это вообще мог написать? Я знаю, наверное, твои одноклассники. Ну, конечно, видимо, сбежать отсюда не так уж и просто. Так, папа, и что нам теперь делать? Ну, доча, не знаю, смотри, учитель спит, давай ему, а он лысый, так же, как и я, давай ему лысину погладим. Блин, я бы с радостью, только ты не думай, что это уж слишком, все же ты папа, ты должен быть, как-то по сдержанию, нет? Ну ладно, Даша, раз твой учитель спит, тогда давай пойдем отсюда из класса. Подожди, у меня кое-что есть, электрошокер! А успеешь записаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1, молодец! Блин, только он на нем не работает! Блин, а я бы хотел бы попробовать! Ну ладно, раз не получается на учителя, попробуем на тебе! Я, кажется, упал! Ничего себе у тебя игрушки! Ну да, мне тоже они нравятся! Так, смотри, можешь прочитать мне эту надпись? Пригласи друга, чтобы помочь. Ты мне, конечно, не друг, ты мой папа, но я думаю, что ты мне все же поможешь, да? Ну ладно, как скажешь, конечно, помогу. Так, смотри, вот ты вот такой же, да, у нас накачанный, все такое, так ставь мне на эту кнопку, потому что она слишком странная. Нажми-ка, я просто боюсь, вдруг оно сейчас... Я не хочу ее нажимать, я лучше на нее прыгну. О, смотри, открылась дверь! Я могу пойти, у меня тем более есть облако, и я улетаю! Все! Нет! А меня-то пусти, Даша, меня-то забыла. Ой, ну постой там еще чуть-чуть. Ладно, ладно, все, проходи, проходи. Опять издеваешься над папой. Папа, знаешь что, вот я нашла вот один вот такой молоточек, давай мы пробьем этим молотком стену. Да ладно, да я сейчас сам пробью стену. Ну-ка, давай, попробуй. Которую? Покажи, я разбегусь. Вот эту! Смотри! Разбегайся и... Что-то не получилось. Ха, да понятное дело, что у тебя не получится. Давай-ка я молотком! Ну давай. Блин, у меня молоток-то игрушечный, я об этом забыла. Ты типа Тор. Давай молотком попробуй пробить. Давай! Стену. Погоди. Не могу. Погоди, Даша, зачем нам пробивать стену, если у нас есть кнопка? А, точно! Давай кнопка. Я на нее прыгну. Давай, прыгай. У тебя это всегда, в принципе, получается. И еще раз прыгну. Эй, зачем тебе было еще раз прыгать? А где твое облачко? Ты же любишь летать на облачке. Вот ну, и лети. Ну слушай, я же все же хочу по-честному отсюда сбежать. Все же, папа, не тяни резину. Ты понимаешь, что учитель может любой момент проснуться? Все же, как бы на уроке люди просыпаются, нет? Точно. Ну ладно, тогда побежали. Давай я первый. Папа, нужно было договариваться раньше. Я же тебе сказал, я первый. Хорошо, ты включай. Первый. Дорогу включай. А! Ты куда упал? Кто-то меня чутка поджег. А кто-то чутка? Кто это может быть? Так, все, бегу. Беги, давай. Я надеюсь, что ты опять не упадешь, тебя никто не сожжет, в принципе. Так. Так, давай, прыгай не, дальше. Я не упаду. Никак вообще. Я не падаю. Да, ты у нас самый идеальный. Ну, не идеальный, но предпочитаю не падать. Ну. Давай, давай. Все же есть. Прыгай. Так, теперь красненькую, пожалуйста, нажми мне, Даша. Тебе нажать еще красненькую, а ты что-то много хочешь, нет? Ладно, ладно. Я ж первый бегу, я ж тебе сказал.
Я, единственное, у меня вопрос, почему у тебя в школе нет полов? Да это нормально, у нас тут ремонт сделали неудачный, вот и все, и теперь у нас в школе нет полов, и мы всегда так прыгаем. Смотри, там ящики ваши вот под полом валяются, где твой ящичек? Вот, это мой ящик, видишь, у меня, правда, все учебники затопились вот под этой черной какой-то непонятной бездной, но все же, поэтому ты меня просто еще спрашиваешь иногда, почему у меня плохие оценки? Хотя у меня хорошие, но просто именно по его предмету у меня плохие, потому что на его глаза... Бла-бла-бла, Вики, ладно. Я нажал красную. Тебе даже не интересно, ну ладно, мне бы тоже было бы неинтересно это слушать. Просто потом проверю твое домашнее задание, и если оно будет не выполнено, то все. Сама знаешь, что будет. Ну, в принципе, да. Папа, смотри, это мы делали, вот эту штуку на технологии, понимаешь, это новые функции, это будущее. Я заметил, поэтому ты упала вот под пол. Да, оно просто недоработано, и поэтому, ну, в принципе, так и получается. Давай лучше старым проверенным способом, я нажму кнопку, и ты пройдешь. Как в твоем детстве, да, еще скажешь? Да, это проверенные способы. Они работают. Да, да, да. Все, иди давай. Вот у тебя вот тут вот такая дорожечка. Проходи по ней. Давай, Даша, надежно. Надежно действуй. Надежно, безопасность. Безопасность, папа. Что превыше всего? Правильно. Ладно, я на самом деле только такая правильная. Привет, папе. Так, розовая кнопка. Не, иди ты прыгай по розовой, я не прыгаю. А ты что, типа по красной только кнопке? То есть оделся весь красный и будешь... Я пойду по красной кнопке прыгать. Прыгай. Ладно, хорошо. Все. Это что было? Ничего не было. Ничего. Ты уверен? Смотри, что у меня есть. Ты уверен, что ничего не было? Я пошутил, я больше... Все, играем в догонялки с папой! Я больше не буду шутить с тобой. Все, больше не будешь? Все, договорились. Все, понял, хорошо. Все, папа слушается меня, ребята, вы это слышали? Все. Ну, с такой штуковиной лучше слушаться. Ну все, давай. Вот нажал на красную кнопку и прыгай, давай. О, все, отлично. Ну, папа, вот ты спортсмен, конечно. Вот поэтому тебе вот тут спортзал. Не хочешь разве позаниматься? Ты же так это любишь. Даша, у тебя что по физкультуре? Какая оценка? Ну, на самом деле, у меня в школе есть разные виды спорта. То есть, допустим, как плавание и... Прыжки есть? Прыжки были в прошлом году. Все, и... давай прыгай первое. Я нажал на кнопку. Прыгай. Сейчас проверим, какая у тебя оценка. Прыгаем! Ты точно хорошую оценку имеешь по физкультуре? Я в этом уверена, папа! Тогда ну ладно, зачем все эти прыжки вашей физкультуры, если есть новые технологии? Вот и все! И я... Ой. А я как переберусь? Нажимай кнопку. Бати. Бати? Ну, бати я нажму на кнопку. Давай. Так, бегу. И... все! Вот. Так, дальше что нам делать? Я потому что сюда забраться никак не смогу. Папа, посмотри на этот рисунок. Ты видишь, что нужно делать? Прыгайте на голову игрока. Так, давай, ты у нас игрок, вставай к стене. Ладно. Давай, так. Оп! Тебе все. Не больно было, Даша? Да нет. Ну ты правда тяжеловат, но все же терпимо. Все, так. Слава богу, залазь. Все, и теперь... О, а это я штуку не проверяла! О, ребята, смотрите, папа стал мелким! Ну кто теперь у нас ты мелкий? Что сделала со мной, Даша? Почему я такой маленький? О, слава богу, я теперь нормальный. А я хотела, чтобы папа был мелким. Мне это понравилось. Все, нажми ко мне, пожалуйста, на зеленую кнопочку. А, что-то я маленький, она не нажимается. Ой, ты слишком, видимо, стал... А, все, видишь, ты все. Нормальный, теперь... Сейчас нормальный, сейчас... Класс, нормально. И мне еще надо с самого начала? Ну ладно, ничего страшного. Все, нажми ко мне на зеленую кнопку. Все, проходим. Так. О, папа, тут какой-то батут! Мне нужна оранжевая кнопка! Нажимаю. О, мне, ребят, раньше папа даже на батутах не разрешал прыгать, а тут, видишь, я... Ты, ну все, тут выхода нету. Когда это я тебе не разрешал прыгать на батутах? Ладно, это я придумала. Так, да. На батутахе я люблю прыгать. Давай, нажимай, я буду прыгать на батуте. И... О! Вот так, класс, еще хочу. Еще хочешь? Давай, спрыгивай, я тебе нажму на кнопку.
Давай! Давай, смотри, опа! Давай я тоже! Там и здесь. Уже там и там. Да, батута не было, когда прыгнул. Ой, вот это классно. Так. О, смотри, какая я быстрая! Блин, я не долетела. Я просто планировала, что я долечу. Все, это было последний раз. Где тут выход с вашей физкультуры? А, вот смотри, тут легче легкого вот сюда пройти, спуститься, и вот только там выход. Я понял, иди. Иду, давай, туда. Все. Так, синяя кнопка. Это спидран! Папа, ты меня спрашивал про оценку по физкультуре. Вот какая она у меня. Давай, розовая. Ну, молодец, Даша, все. Молодец. И я уже пришла. Все, сейчас мне нужно нажать тебе на розовую. Теперь мне нажми. Я уже нажала. Так, спидран от папы. Синюю. Быстрее. Синюю? Так, хорошо, я тебе открыла. На время давай. Я бегу на время. Давай, давай, беги, беги. Бегу, бегу, бегу. Розовую. Ой, я случайно. А если сразу перепрыгнуть, не получится? Розовую? Розовую. Даша, розовую. Бегу, прыгаю. И все, что тут у нас дальше? Ты опять меня уменьшила? У нас папа превратился в миньона, ребята! Может быть, ты зайдешь как за ученика? Даша, почему в твоей школе какие-то пилы? Какие-то пилы? Да я сама не знаю. Но в принципе, это норма для наших школ. Это новое поколение. Мы вообще-то отдавали тебя в школу учиться, а не перепрыгивать пилы. Ну, видишь, это плюс один повод не ходить в школу. Ну, это мы подумаем, обсудим. Ладно, хорошо. О, только тут очень много разных разноцветных стен, и нам нужно как-то через это пройти. И первая синяя, и я нажимаю синюю кнопку. Давай, красная. Красная. Зеленая стена. Зеленая. Я тут просто уже профессионал, видишь, я уже все эти пилы, перепрыгиваю, поэтому не так легко. Оранжевая. Даша, а какая оценка у тебя по пилам? По пилам? Такого нет предмета, но это относится к этому, к поведению. То есть это, ну... А, когда плохое поведение, тебе нужно прыгать в вашей школе через пилы? Да. Все понятно. Так. Какая-то у вас строгая школа. Да, у нас странная система на самом деле. Папа, что это за комната? Почему тут написано кладовая? Это случайно здесь не складывают тех, кто плохо учится? Я не знаю, давай проверим. Так, давай заглянем вот в этот шкафчик. Смотри, тут какие-то коробки. Но они пустые, как я понимаю. Они маленькие, если бы были там ученики какие-то. Поэтому это просто, наверное, канцелярия какая-то. Я не знаю. Так. Зеленая кнопка. Зеленая? Я рассыпался. И знаете почему? Почему я рассыпался, Даша? Я не знаю. Я не знаю, почему ты рассыпался. Давай, теперь ты тогда иди. Ладно. Сейчас проверим тебя. Так. Так, зеленая. У тебя есть прыжок. Давай, и красная. Так. Ты хотел обмануть меня, да? Нет. Нет? Ты в этом уверен? Да, да, да. Да? Хорошо. Зеленая. Зеленая. Так, отлично. И красная. Молодец. Молодец, Даша, молодец. А! Почему мой молоток не работает? Потому что тебе нужно сначала попасть и в меня. А! Почему ты избегаешь от меня? Ну-ка, пап, остановись. Я реально хочу попробовать. Ну-ка. Ты поднимешь руку на папу? Нет, видишь, оно не работает, потому что это игрушечный молоток. Вот, это правильный молоток. С папой так нельзя. О! Блин, смешно, папа упал. Так, все, нажми мне на зеленую кнопку уже. Все? Все, я нажал. Ну, я нажал и отжал, а как надо было? Встать и стоять! А, так ты так и говори. Хорошо, встань и стой на зеленой кнопке и не двигайся. Хорошо. Все, не двигайся. Теперь красная, точно так же, с тем же самым инструктажем. И теперь зеленая. Испугалась уже. Думала, что ты сейчас отойдешь, и я упаду. Нет. Нет, папа такого не я сделает. Я не такой. Да, папа у нас воспитанный. Так, давай, иди. Все.
Главное, осторожней, не падай никуда. Так, все, и теперь зеленое. В смысле, я не отжимала. Наверное, я упал благодаря тебе. Ладно, все, давай, беги. Так, теперь зеленое, верно? Верно. Я, когда говорил верно, я упал. Ну, хорошо, ладно. Красная, зеленая, спидран. Давай, спидран. Красная. Красная. Быстрее, зеленая. Зеленая, да. Красная, ты должна нажимать, пока я не добежал. Зеленая, быстрее. Это было близко. Так, а знаешь что, папа? Давай мы с тобой на ховерборде. Ну-ка, сядь ко мне на ховерборд. Мы сможем с тобой вместе сесть? Ну-ка. Вау. Так. Я как бы... опасно. И? Ну, стену врезались. Ладно, тут надо по отдельности. Беги. Все. Ну, пап, ну впусти меня. Ты что, меня серьезно туда ставишь одной? Ты будешь себя хорошо вести? Ну, конечно. Я же всегда себя веду отлично. Обещаешь? Обещаю. Хорошо, проходи. Все, слава богу. Ой, пап, что это за вентиляция? Папа, я никогда не была раньше в вентиляциях. Точно? Точно? А в тюрьме Барри? Ай, ну там была, но это не считается. Так. Так, и куда нам идти? Ты пойдешь налево, а я направо. Так, давай. Давайте я посмотрю, что там добра. А, тут тупик, тут закрыто. Вот здесь есть выход. Есть выход? Отлично! Так, подожди, мы что, обратно в школу вернулись? Нет, мы же хотели отсюда сбежать. Так у тебя же рюкзак в шкафчиках. Точно, я забыла. Ну ладно, так, мой где шкафчик. Где твой шкафчик? Давай ищем. Ну, чтобы вернуть налево для моего шкафчика. Вы думали, что я не проснусь? Вот вы где, я вас нашел. Папа, что? Посмотри на этого учителя, он меня поймал. Он что, проснулся? Представляешь, теперь нам нужно быть осторожней, и нам нужно от него убежать, чтобы он нас не поймал никак. Так, он вроде возвращается, и за ним, вот видели, захлопнулись двери. Теперь, ладно, убегаем. Так, налево, сразу бежим. Папа, ты впереди меня? Нет. Где ты? Я тебя потеряла, а за мной все еще бежит учитель. Ты нашел ключ? Подожди, а я ключ не могу взять. А, ты взял ключ, и ты сейчас откроешь двери. Отлично. Так, ты пока открывай двери, а я отвлеку учителя, потому что он бегает за мной. Так, все, двери открыты? Да, все, отлично, а со мной все еще бежит учитель. Так, я бегу. Нет, не уходи от меня. А мне нужно заново открыть. Почему? Так странно. И учитель опять вышел. Так, ладно, давайте я вот так просто пробегу быстро. Ну, конечно, у меня просто суперспособности, и тем самым я могу это просто быстро пройти. Так, о, давайте на джекпаке я побегу от этого учителя. Учитель, ты где? А, ребята, смотрите, я могу реально убегать на джекпаке от учителя. Все, пока. Так, ребята, все. Пап, это забавно же выглядит. Да, но лучше бы он спал. Да, там такая комната странная. Ладно, все. И теперь ключом открываем эту дверь. Отлично, все, папа, я тут. Привет. О, подожди, что это за странные какие-то порталы? Ты можешь мне это объяснить? Ну, здесь сказано, что нужно опять запрыгнуть на твою голову. Не сейчас же, пап. Смотри, вот ты белый человечек. То есть мы с тобой, как я понимаю, белые человечки. Ну ладно, ладно. Вот, мы с тобой белые человечки. Мы заходим в этот портал, и мы становимся как раз таки вот этими... Подожди, Даша, это же не белые человечки. Как минимум один синий, другой серый. Серый человечек. А вот здесь розовый и голубой. Ну ты хорошо. Выбери сначала цвет человечка. Синий. Так, а я буду красный. Знаешь почему? Потому что у тебя вся одежда состоит из красного цвета. Ну, у меня мало одежды, но одна из них... красная, все верно. И ты выбрал синюю? Я выбрал красную. Все, отлично. Пап, попробуй запрыгнуть на этот пол. Посмотрим, что с тобой станет. Легко. Ты меня обманула. Да, потому что я заранее знала, что тут будет. Ну как бы, я это куча раз уже проходила, поэтому
давай, выбирай красный цвет, и я прыгаю. Смотри, и ты должен запрыгнуть на мою голову, только, пожалуйста, не промахнись. А я люблю запрыгивать на твою голову и сделаю это снова. Вот сейчас, после. Хорошо, только ты просто прокрутился. А, мимо, ну, просто запрыгнул, прокрутился. Смотри, и упал. Смотри, ты готова? Да, я готова. Напряги там шею. Так напрягла. А, ну это непросто, я скажу. Непросто? Непросто. Обалдеть. Так, давай. Так. Настройся. Это очень непросто. Очень непросто, я поняла тебя. Так, давай. Попытка номер 3. Папа пытается запрыгнуть мне на голову. Хорошо. Ты знаешь, надо вот эту вот штуку. Дубль 4. Так. Хлопушка. Дубль 4. Ура! Папа впервые запрыгнул на мою голову. Так, сейчас я должна тебе запрыгнуть на твою голову. Давай. Итак. Чё? Ты что, спишь? Я не понимаю, ты специально отошел или что? Нет, я нога зачесалась. Нога зачесалась? Класс! Ну, конечно, такие волосатые ноги всегда будут чесаться. Не волосатые. Не волосатые, хорошо. Так, ну ты готова? Ну-ка, не волосатые. Сейчас с первого дубля хлопай там хлопушкой. Дубль номер 1. Папа стал профессионалом, я заметила. Папа сказал, папа сделал. Папино слово, это все. Вот видишь, папа, у нас тут даже в школе отопление, а ты говоришь, что тут все так плохо. Ну, все равно холодно почему-то. Плохо грею. А может быть, потому что ты ходишь в майке и в шортах? Ну, а я люблю в майке ходить. Ну вот мне, допустим, не холодно, потому что я в джинсах, в футболке и еще с принтом таким. Пошли уже, вот тут следующая дверь. Ладно, хорошо. О! Что такое? Смотри, что я умею. Ты я где? Спрятался. Папа! Вот сейчас знаешь, что я сделаю? Сейчас вот ты... Ты меня здесь не достанешь. Достала! Что ты со мной сделала? Где мои ноги? А все, ты без ног остался? Ну ты еще встанешь или нет? А, вот они, вот. Все. Ой, все, испугал меня уже. А кроссовки заморал, аккуратней. Че, все туалеты заняты? А если меня сильно приспичит? А я прыгну на твою голову снова. А, нет. Подожди, ну я же все равно... Папа, представляешь, в моем туалете нет туалетов! Просто, ребят, посмотрите на этот кошмар! Ладно. Ну я уже давно понял, что в вашей школе все непросто. Да, это просто необычная школа. Давай. Для особо одаренных. Давай. Так, что нужно сделать? Да нажать не на кнопку, я не хочу оставаться тут за стеной. А ты не умеешь сквозь стены проходить? Ну хорошо, давай попробую. Нет. Ну вот. Зря я это все проходила. О, может быть огнеметом, типа, может быть это лед? А это тебя достало огнеметом? О, да, это сына папы огнеметом. Больно, что так больно? Блин. Больно. А молотком? Ну-ка. Не могу. А вы на технологии не проходили, что ли? У вас не было предмета, как проходить сквозь стены, не было? Нет. Странно. Да, очень странно. Тогда я нажму кнопку. Все, слава богу. Я так думала, что уже не смогу это пройти. О, так давай распрыгивайся и так. О, все. А ты, пап, как пройдешь? Не это? Все, я еще. А, подожди, как мне... Там где-то кнопочка красненькая была. А, вот она. Все, папа застрял. Нет, я здесь. О, подожди, а что если я залезу в этот писсуар? Не стоит залазить в писсуар. Ладно. Лучше иди по зеленой дорожке. Все, прошлась. Ой, тут такое зеркальце красивое. Ну, пап, ты идешь? Даша, нажми мне, пожалуйста, зеленую кнопочку. Отвлек меня от такого дела, папа! Не отвлекайся. Все, мы я заняты больше не делом. Да, да, хорошо. Бэ. Это что опять такое? Почему, папа? Я опять маленький. Папа, вот, папа, вот папа. Когда я маленький, я не хочу с тобой ссориться. О, отлично, папа, оставайся всегда маленьким. Нет. Нет.
это так не работает. Нет. Где моя лестница? Я поставила тебе ее уже. Все, спасибо. Проходим. Пойдемте-ка. Так, давай, ты налево, я направо. А, это что ли прикол какой-то? Почему на правой стороне никогда ничего нету? Папа, ты нашел выход? Вот здесь выход, пойдем покажу. Давай, я иду с тобой. Вот не здесь, а вот здесь. Вот здесь, хорошо, пойдем. Вот здесь, аккуратно. А! Подожди, а это... Мы упали? Нет, пап, ну я уже хочу выйти из этой школы. Почему мы опять и опять тут появляемся? Бесконечная школа. Это... Да вообще... Зеленая. Зеленая кнопка, окей. Оранжевая. Оранжевая. Спидран. Синяя. Синяя! Йоу! Зеленая. А подожди, нет! Сначала дай мне пройти. Да. Меня одну нельзя оставлять. Я же еще маленькая. А где твое летающее облачко? Ну подожди, пап. Нажми мне зеленую кнопку, и я воспользуюсь облачком. Пап, смотри, видишь, тут приоткрытые двери. Я смогу туда пройти? Так, давайте. Нет, я не могу туда пройти. Может быть, за нами кто-то наблюдает? Хотя тут нету. А может быть, в нашей школе призраки? Или кто-то вообще может быть в нашей школе? Ты хочешь зайти вот в ту темноту за дверью? На самом деле не хочу. Ладно, где там мой... Это, я бы на твоем месте не делал это. Ну ладно, ты там мне что-то говорил про какое-то облако. Ну зачем мне облако, если у меня есть такой джетпак? Это, знаешь, это как ракета вторая. Понимаешь? Понятное дело, так каждый сможет. Давай мне лучше зелененькую кнопочку нажми. Так, я... оранжевая. Хоть у меня и нет транса, но я умею бегать. Понятное дело. Давай, все. Так. Зелененькая. Нет, мне оранжевая уже нужна. Я зеленую твою уже прошла давно. Так, синяя. Синяя. Все. Видишь? Поднимайся, в смысле, куда нам подниматься? Тут же просто какой-то шкаф, потом какие-то... Ё-моё. Папа, посмотри наверх, что нас ждет? Вау. Да, ты это видишь? Кстати, а ты видишь вот эти вот дырки в стене? Может быть, тут какие-то битвы происходили? Не знаю. Ну, если ты каких-нибудь зомби у себя в школе не видела, то это сложно объяснить. Дырки но в стене. В принципе, да. Мне даже нечего сказать. И что ты собираешься делать, папа? Наверное, прыгать выше. А теперь здесь батут еще выше. Так, тебе а теперь оранжевые кнопки. Все, прыгай. Еще один батут. Это вас, наверное, учили убегать от зомби. Какая-нибудь зомби-теория. Конечно, зомби-апокалипсис. Весь каждый день. Нам снятся сны про зомби, мы их боимся. Надо же быть самозащищенным и все такое. Так, синяя кнопка, папа. Синяя. А знаешь, я на самом деле еще так боюсь высоты. Моя, знаешь, я так боюсь упасть с высоты. Оранжевая. Так, аккуратней прохожу. Все. Зеленая. О боже мой, папа! Я хотел как можно быстрее. Как можно быстрее, но ты же знаешь, я только предупредила, что я боялась высоты, так все зеленая. Я знаю, что ты медленная. Да, я медленная. Так, ну когда у вас будет столовая, я кушать хочу. Ого, папа, посмотри на это! Чур, я туда спрыгиваю. Так, а мне что делать? Подожди, папа, это знаешь, это похоже на какой-то лабиринт, который ты, так. Я здесь вижу какие-то синие препятствия. Наверное, мне нужно нажать синюю кнопку, да? А у тебя вообще она есть? А, все, вижу. Так, давай, я прыгаю. Все, так, прыгай. Теперь у меня красная дверь. Красная дверь, бегу, вижу красную кнопку, код 424, проходи. Так, все, я прошла. Так, слушай, бегу. Сэр. Так, бегу, вижу оранжевую кнопку, код 21, проходи. Так, следующее, я вижу на проходе какую-то... Розовую дверь! Мне нужно срочно пройти! Понял прием! Розовая кнопка нажата, сэр! Так, еще раз не отпускайте, пожалуйста! Так, я прохожу дальше и вижу на моем пути красную дверь! Нету красной кнопки, справляйтесь сами! Что? Пока! Конец связи! Класс! Папа, я выйти не могу! Посмотри, посмотри! Все, снова связь установлена! Нет, посмотри, посмотри на свой пол! Сейчас найди меня. Вижу неопознанный летающий объект.
Прием, как слышно? Я не могу выбраться! Вы не находите красную кнопку, а я тут заперта навсегда! Все, я, Даша, нашел красную кнопку, проходи. Хорошо. Проходи, доча. Хорошо. Все, мне нужна синяя кнопка. Синяя? Синяя кнопка! Синяя нажата кнопка. Все! Сэр, я выбралась! Отлично! Отличная командная работа! Можем продолжать! Нет! Мне нужно зеленую нажать сначала, чтобы продолжать. О боже! Еще тебя нужно ждать! Так, здесь мы нашли выход. Эксит, папа! Не может быть! Ты же видишь, что это выход? Наконец-то мы нашли выход из твоей бесконечной школы. Ну подожди! Не все так-то просто! Нам нужно одновременно нажать на кнопку. Ты готов? 3, 2, 1, нажимаем! Что? Папа, что это? Я к этому была не готова! Даша, это твой учитель? Он что, робот? Я не знаю, видимо, он экспериментировал, и у него неудачно вышел эксперимент. Просто посмотри, он робопаук, который пуляется лазерами. Он преподавал у вас робототехнику, что ли? Да, я ж тебе рассказывала! О боже мой, ребят, посмотрите на него! Ну что, папа Даши, тебе конец! Ты что-то про меня говорил, про то, что я сплю на уроках? Это мы еще посмотрим, кому конец! Ага! О боже мой, он еще и прыгает, ребята, он подлетает просто в небеса! Так, ой, он мне... Папа, тебе прилетало еще лазером или нет? Конечно, прилетало! О боже! Так, все, уходим! Осталось 400 хп! ХП из 1500, да? И мы снова отправим его спать! Да! Так, все! Мы победили этого босса! Папа, папа, ты где? О, все! Я здесь! Просто... Даша, я стреляю в тебя, смотри! А я тоже могу тебя пострелять? Подожди, где нет, это? Нет, меня не надо, это у я... У тебя не надо? Стреляю. Вот сейчас посмотрим, кто достреляется у меня. Так, все. А я все равно могу стрелять. Папа, смотри, тут какой-то портал и написано «Победители». Я победитель, я захожу в него. А я что ли нет? Я тоже зайду. Папа, посмотри на доску, ты же видишь, что тут написано? Даша, мы сбежали. Да, мы сбежали, наконец-таки, с этой школы. Я на самом деле так рада. Даша, это что, твой учитель? А, нет, это просто его статуя. А, статуя? Ему еще и статуи посвящают? Да, это, конечно, очень странно. А это вообще... Это тоже ваш учитель? Это что за предмет он у вас ведет? Это он у нас ведет египетский язык. А, наверное, предмет называется Древний Египет. Да. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на канал и жмать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, переходи на следующее мое видео. Увидимся там. Пока-пока.